Дагестанские вольники – лучшие в стране. Это стало известно после финальных поединков спартакиады сильнейших спортсменов России. Соревнования завершены. В копилке республиканской сборной 12 наград, 4 из них – высшие пробы. Гаджимурад Зиаутдинов увидел, как все было. Во второй соревновательный день в спор за бронзовые медали спартакиады сильнейших спортсменов России во дворце спорта «Акбарс» в Казани вступили атлеты из 17 регионов страны. Больше всех претендентов за третьи места оказалось у сборной Дагестана. Только в бронзовых матчах спартакиады сильнейших России по вольной борьбе в Казани выступают семеро дагестанцев. Сейчас на ковре весе до 79 килограммов за третье место борется Ахмед Усманов. Впрочем, так же, как и Муслим Мехтиханов и Даурен Куруглиев, хасавюртовец Ахмед Усманов свою бронзу завоевал. Доволен, если честно, результатом. Ну так, удовлетворительно, потому что залез на пьедестал в этом году на России и на Ярыгинском неудачно выступил. Так то, что медаль получил, да. А так должен был в финале бороться. В вечерней программе состязаний дагестанские вольники боролись за золото в 7 финалах из 10. И это абсолютный рекорд спартакиады в Казани. Не обошлось на турнире без сенсации. Первую сотворил Ахмед Идрисов. В споре за чемпионство хасавюртовец со счетом 4-3 переиграл чемпиона мира Абазгаджи Магомедова. Посвящаю всем близким, родителям, всем, кто переживает, болеет за меня, всем. Автором второй сенсации в Казани стал Шамиль Мамедов. Дагестанец, представляющий команду города Москвы, со счетом 4-1 одолел бронзового призера Олимпийских игр Гаджимурада Рашидова. Не менее захватывающим выдался хасавюртовский финал весе до 70 килограмм. Чемпион Европы Курбан Шираев в этот раз оказался удачливее чемпиона мира Загира Шахиева. Мы с ним уже не раз встречались, очень хорошо друг друга знаем. Практически одинаковая манера борьбы. Последний раз я ему еще проигрывал на Олимпийской России. Сейчас, ну, заранее поставили план на схватку. И как придерживался ее, и как видите, удалось победить. Единственное противостояние между дагестанской и осетинской школами вольной борьбы болельщики в Казани увидели в финале до 74 килограммов. Опытные бойцы и непримиримые соперники Разамбек Джамалов и Давид Баев начали финал осторожно. Однако в этот раз хасавюртовец Разамбек Джамалов извлек уроки из-за ошибок прошлого и не оставил шансов своему визави. Убедительная победа со счетом 9-1. За счет подготовки, наверное, то, что хорошо готовились, сборы провели, два турнира до этого, и все это влияет на строй. Интригу в весе до 97 килограммов в отсутствии двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева сохранили призер чемпионата мира Алихан Жабраилов и подающий надежды Гаджимагомед Тажудинов. Однако решающую роль в этой схватке сыграл опыт Жабраилова. Итог финала 13-2. Очень важный старт это был для меня. Были какие-то моменты, препятствия. Думал, хотел вот максимально хорошей формы подойти. Но, к сожалению, вот которую я хотел форму, я не вошел, но я доволен нормально. Дагестанская сборная вольников в очередной раз доказала свое превосходство над соперниками в стране. У нас 12 медалей, в том числе 4 высшие пробы. И как результат, общекомандное первое место. Да, фактически ветераны. У нас молодые не боролись. У нас показали ветераны. Ну, 97 килограмм вот этот молодой парень Тажудинов Гаджимагомед, серебряный призер сегодня. Он тоже ворвался в сборную. Плюс Шахиев, конечно, чемпион мира весит 65 килограмм, но перешел вес 70 килограмм. Он тоже у нас серебряный призер. Фактически, да, этот, все старая обойма. 4 золота, 5 серебряных и 3 бронзовых наград завоевали дагестанские вольники на спартакиаде сильнейших России в Казани. У нас также общекомандное первое место, но тем не менее наставники республиканской команды отмечают, что есть пробелы в некоторых весовых категориях, над которыми предстоит работать. Гаджимурад Зиаутдинов, Гусейн Кулиев. Специально для «Времени новостей» из Казани.